Только вот вышли из лагеря, опять ручей. В ручьев вчера тоже встречалось, по-моему, две или три штуки. Может, это один был, у него так разветвлялось. Ну, в общем, проблем с водой вообще нет. У меня с собой три бутылочки по 0,5. Заполняю только одну. И, в общем-то, хватает на переходы, как бы в воде ограничений нет. При том, что я, ну, считаю, что воды я много пью. Привычка у меня такая. Вчера, ну, по вчерашним еще, раз уж камера не работала, немного по вчерашнему дню еще отчитаюсь. То, что такое вот новое бросилось. Много вот лошадей, вот эти именно перегоны идут, заброски лошадиные в ту сторону, в обратную лошади сами идут с пустыми этими баулами на боках. Вчера даже почти ДТП было у нас с участием лошади и Димы Елиферова. Погонщики гнали лошадей обратно пустых, наверное, туда, к урочищу Елань, с заброской. Ну, мы расступились, как бы на коридором сделали, но, видимо, неправильно. Лошади как бы их это напрягает проходить сквозь строй. Надо было нам в одну сторону всем уйти, хоть мы широко разошлись, но все равно они метались. Одна лошадь как-то металась и на него выбежала, но ничего, без ничего, ни касания, ничего не было, просто отделались оба легким испугом. Вот. Да, кстати, на этом вчера хардкор не закончился такой. Еще был экстрим в виде грибов на ужин. Но я тоже съел, но все нормально. Губчатые грибы все съедобные. Правило. Основное, что если губка, это съедобный гриб. Если в грибах не разбираешься. Вот. Ну, здесь было что-то типа подберезовиков. Грибов много. Крупы идут. Тоже собирают. Ну и мы попробовали, хоть Денис как бы не одобрил, руководитель наш. Вот, ну все нормально. Так, что еще с вчерашнего дня? Да, встретили группу у, так это, петроглифы называют местные, а у меня, как бы, я по карте забивал, что это место называется Грот Куйлю. То есть там древние рисунки в виде баранов каких-то, вот, животных. Огорождено вот так вот заборчиком. Ну, камера не работала, фотографию у ребят кого-нибудь выдернул с того места, сюда поставлю. Вот, и в том месте, кстати, кучерла немного поменяла русло, где-то, видимо, дерево упало, и она, вот, ну, сейчас мы уже, наверное, вышли нормально, хотя здесь подтопляет, затопляет лес, вот, как бы в левую сторону сюда уходит, на восток чуть-чуть сместилась. Вот еще поляны нашли. Только вышли. Поляны хорошие и обустроенные есть. Да, и там было это. Трудно передать камерой, но хотя бы так вот. Идем по ущелью. Кучерлы. Группа шла. Руководители у них из Барнаула. И, ну, по-моему, девчонки одни были. Ну и парни, в основном девчонки. Девочка одна лодыжку сломала. Вот ей поставили шину на ногу. Из пенки сделали, обмотали. Приехал там повозчик с лошадью. То есть садили на лошадь ее и увезли в город, ну, до поселка, до больнички, они сказали, повезут ее. Считал, сколько снимать вчера.
подозрение, что карта у меня одна, левая что-то, хотя снимал на нее. Так вот, здесь еще поляна одна. Хорошая, кстати. Уважаемый турист, просим вас убедительно соблюдать чистоту, тушить мусор, консервные банки обжигать и сминать, использованные газовые баллоны пробивать. Экологический проект. Озеро Кучерла. Ну да, пожалуй, здесь даже чуть получше. Так, пока не знаю, что говорить, наверное, поставлю на паузу. Вот здесь сейчас еще мост. Подходим через реку Кучерла. Поснимаю автомобильный, кстати, да. Тоже совпадает, на карте обозначен. Все отлично. Вода интересная такая, белая, но река серьезная. Кстати, вчера еще в самом начале, где урочище Елань, был как памятник каякеру. То есть каяк, возможно, даже на котором он погиб, пластиковый. Там табличка. Вот, ну я снял там. Я думал, сюда народ даже не сует, оказывается, для каякера сюда заходит. Но здесь прям экстрим. Вот еще немного реки. Сейчас еще наверх поднимусь. Ну вот на дорогу вот вся лошадьми разбитая. Вот, бурлит как. Пороги, валуны, бочки, перекаты. Да нет, перекатов тут нету, все серьезно. Вот какой, так сказать, грот, не грот. И надпись «Тагил рулит». Да, молодцы. Так,